На Лысой горе жителю Казахстана потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщается на официальной странице службы спасения Анапы в Инстаграм. Турист решил сделать уникальную фотографию. Он взобрался на Лысую гору и обнаружил, что пути дальше нет. Ни спуститься, ни подняться самостоятельно молодой человек не смог. Прибывшие на место вызова специалисты «Кубаньспас» доставили 25-летнего жителя Казахстана в безопасное место.